Хлеб, соль для губернатора и вкусная презентация для жителей региона. В областной филармонии в честь Дня работников сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности организовали ярмарку достижений муниципальных районов. Молоко, колбаса, овощи. Все товары made in Иваново. Павел Коньков прошел по рядам с продукцией и остался доволен увиденным. Хлебом Ивановская область будет обеспечена своим. Мы видим здесь молоко, яйца. Нам надо подтянуться еще по мясу. И тоже есть инвестиционные проекты по расширению этого производства. Недавно мы вместе были на ярмарке сельскохозяйственной. Большое удовлетворение, что все больше и больше продуктов ивановцы потребляют, покупают, выращенные на ивановской земле. Полезная и конкурентоспособная продукция тейковских производителей. На прилавках в магазине среди аналогов выделяется яркой этикеткой. Да и вкус ни с чем не перепутаешь. Произведено с любовью. Особенно в этом году у нас был очень большой урожай картошки. И еще славится переработкой молока. То есть у нас очень много продукции молочной. И творог, и сметана. И вот даже у нас есть новинка, продукция творожная, такое ассорти. Колбасы, мясо, копчености. Стенд комбината «Ивановский бройлер» пользуется спросом. Тяжелые времена позади. Предприятие расширяет рынок сбыта продукции. Однозначно кризис на всех предприятиях сказался не очень хорошо. Но мы стараемся даже в такие тяжелые времена держаться на плаву, постоянно обновляем свой ассортимент, постоянный контроль качества продукции. Сейчас мы вышли на прежний объем производства, перевыполняем показатели по производству колбасной продукции, расширяем свою дистрибьюцию. Стараемся быть представлены во всех торговых точках, чтобы стать ближе к своим покупателям. Это, пожалуй, самый аппетитный стенд выставки-ярмарки, особенно для сладкоежек. Из Кинишмы сотрудники местного хлебзавода привезли все образцы продукции – торты, пирожные, булочки, восточные сладости. Компания на рынке занимает свою нишу. За 90 лет работы получила отличную репутацию. Все хорошо покупает, и пирожные, и тортики, и хлебобулочные изделия. На данный момент мы разработали линейку здорового питания. То есть, пожалуйста, магазины города Иваново широко представлена данная линейка. После дегустации аграрии отправились в зал филармонии. Губернатор вручил почетные грамоты лучшим работникам отрасли и отметил, что в зоне рискованного земледелия, в которой находится наш регион, занятие сельским хозяйством – настоящий подвиг. То погода мешает, то экономические факторы. В таких условиях любые достижения за счастье. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.